Игорь Евгеньевич, водички бы? Сережа, уходит спокойно, спокойно. Взял сам. На паузе, Миша, на паузе. Оп. Все, ударом. Что, Мишаня, убежал? Чего? Прямо не спорь! Двигайся, двигай, вот! Все, блядь! Начали, начали! Не включайтесь, срыты! Еще, Саня. 8-9. Стали, стали. Кума, Тёма. Дальний пошел. Ты что, Рома, ты до конца прыгни? Хорош, хорош, хорош. Брата, Саш. Отлично. Страшно, Миша. Рома, ты за ним Рома!
Раз там кинул. Так, не заплатил, кинул гирю в воду. Так, прошу команды построиться. Так, итак, внимание, подведем итоги сегодняшнего турнира. Я выражаю всем большое-большое человеческое спасибо за то, что вы участвовали, за то, что вы вели активную, бескомпромиссную борьбу. У нас обошлось без травм, без жертв. Здорово. Так, за третье место награждается команда «Огнеборец». Прошу капитана. Все, всю команду, пожалуйста. И памятное да, фото. Да, проходим. Угу. Подходите, подходите, у нас там. Давайте, давайте, проходим. Вокруг? Я хочу там взять. Все, можно здесь? Вот здесь вот, да? Да, короче, ставим. Вот здесь становитесь. Второе почетное место в нашем турнире заняла команда «Спартак». Прошу выйти к нам. Молодцы, парни. Вешать потом уже. Я с вами специально повесил. Как и все. Ну и наконец, команда, занявшая первое место, она же заслужившая наш кубок, награждается команда «Динамо». Прошу команду к награждению. Молодцы, заслужили. Проходим. Лучшим бомбардиром сегодняшнего турнира признан игрок команды «Спартак» Крюков Александр. Прошу. Признан игрок команды «Динамо» Авраменко Владимир. Молодец! Хороший удар держишь! Да, накал упал, потом Ну и наконец, лучшим защитником нашего турнира признан игрок команды «Огнеборец» Голованов Алексей. Ну, нравятся все виды спорта, мини-футбол в том числе. Занимаюсь с третьего класса, в принципе, как и вся команда у нас занимается с такого возраста, с третьего класса. В составе команды у нас команда ОМВД России по Архангельской области, все сотрудники полиции, в частности, с уголовного розыска, с отдела кадров, с управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ну, за последнее время я считаю, что этот турнир на более высоком уровне проведен, чем предыдущие турниры. На высоком уровне. Ну,
Во-первых, сейчас у нас в области объявлен противопожарный режим особый. И население, вот как показывает практика, не толком не понимает, недопонимает всю значимость, всю тяжесть возможных последствий от пожаров. Поэтому вот в рамках профилактического мероприятия мы вовлекли сегодня достаточное количество зрителей, молодежи. У нас репортаж будет в газете по этому поводу. И посредством этой игры мы попытались, и думаю, оно вышло, донести в массы, так как футбол это именно массовая игра, ее любят миллионы, что есть проблема, и ее нужно решать. Не надо прислушиваться. Вот поэтому так. Именно этот вид спорта выбрали? Ну, опять же, вот, поясняю, футбол, наверное, самый-самый распространенный вот на селе. В любом дворе мальчишки либо по воротам бьют, либо мяч гоняют. С малолетства все тянутся к футболу, к мячу. Поэтому именно на это была сделана ставка, чтобы вот на этом мероприятии прошел вот под этим лозунгом, на этой площадке.